вам! Все мы сделались как нечистые, и праведность наша, как запачканная одежда. Простирай к нему руки твои от уже детей твоих, издыхаешь от голода на углах всех улиц. Во что вас бить, еще продолжающий свое упорство? Вся голова в яслах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темни головы нет у него здорового места. Яслы – пятна гнащие раны, не очищенные, не вязанные и не смягченные елем. И побегут, как от меча, и падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга, как от меча, между тем, как никто не преследует. И не будет у вас силы противостоять врагам вашим. Иисус отвечал им: «Истину, истину говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Для неверующих, которые Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. И все мы мертвых по преступлению и грехам вашим. И грех мой всегда предо мной. Согрешил пред тобой, недостоин я. Справедлив ты судей, ты святой. Помилуй меня, Боже. Чистое, и верни мне спасение, радость. Поддержи ты меня, дай мне выстоять. Я надеюсь на милость твою и благость. Помилуй меня, Боже.
открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, и от власти сатаны Богу, и верю в меня получили прощение грехов. Чреви освящены мы. И познать истину, и истина сделает вас свободным. Итак, если Сын освободил вас, то истина свободна будет. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и взлег мне страшно горба, и стени с ногу болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои. Он грехи наши, сам воздес тем своим, на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одежды правды одел меня, как на жениха возложил венец и в невесту украсил убранством. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». И нас, мертвых по преступлениям, оживил со Христом. Благодатью вы спасены!